Здравствуйте, ребята. Ну что, начинаем продолжать, да? Собирать хвилетистый велосипед, который еще в прошлом году начал. Ну ладно, не в этом дело. Дело в том, что сегодня будем ставить переднее колесо. Вот. Я, значит, спицы тут проверил. Нормально, более-менее все стоят, все хорошо. Вот, восьмерка я тут не регулировал, не знаю, что у нас сейчас получится. Вот. Вместе с вами мы собирали втулку, отрегулировали тут люфтик. И что мы здесь, значит, не забыть надо выяснить, что ли. Вот эта покрышка, вот эта покрышка, имеет, значит, установку только в одну сторону. То есть вот здесь вот нарисованы эти самые, ну, как зубчика, стрелки. И вот здесь где-то должна быть, так, смотрим, где-то тут должна быть. Где же она есть? Вот смотрю и никак не нахожу я ее. Почему не нахожу я? А должна быть. Ну это... А, вот она. Ребята, вот она стрелка. Вот здесь. Это указывает, что вот это направление движения. И что мы, когда вместе с вами собирали, значит, мы с вами поставили с правой стороны, поставили конус, который уперся в усики, там есть на оси. Ну, кому интересно, то уж в курсе дела, кто подписан и следит за выходами. А с этой стороны у нас регулируемый конус, то есть конус, вот здесь гайка, вернее контрагайка, здесь эта шайбочка специально отпускаешь, и вот этот вот тюфтец, этот регулируешь. Здесь тоже контрагайка есть, но здесь закручено до конца, потому что, как, если колесо вот так вот крутится, то если конус захватится по какой-то причине, заржавеет или что-то туда, грязь, пыль попала туда, и он может конус с колесом весь вместе закрутиться, но не покрутится ввиду того, что здесь есть упоры там на оське, есть такой... Ну, как прищеп или усик, или ушко там, ну как, ну, как-то так. То с этой стороны стоит конус, резьба, то правая. Если же в каком-то случае здесь гайка там туда-сюда, ну это же маловероятно, потому что вилка зажимается вот этими гайками, вернее, колесо зажимается в вилку вот этими гайками. Ну ладно. Так что если что-то произойдет, вдруг как бы, то вот этот конус будет раскручиваться наоборот. Потому что здесь правая резьба. Ну, сейчас мы вместе с вами начинаем устанавливать колесо, переднее колесо на переднюю вилку старого велосипеда ХВЗ. Почему старый? Я потом все вам объясню, когда будем ставить заднее колесо. А сейчас пойдемте, будем вместе с вами это все устанавливать. Значит, смотрим. Стрелочка у нас вот стоит. Я говорю... Ну, в общем, вот этим вот они, видите, вот так вот стоит. Значит, надо вот так постановить, потому что у нас колесо будет от руля вот сюда вот так вот идти. Так же вот так вот. Значит, вот так должно все быть установлено. Теперь это мы все закручиваем сюда, отжимаем. Оп, все, вилочка села, вернее, оська села. Так, хорошо. Так, прокручиваем. Конечно, колесо кривое. А что я кручу? Вот сюда оно должно быть. Из-под руля выкатывается и сюда. Значит, смотрим. Ну, тут сама и покрышка такая, знаете. Значит, смотрим. Вот так вот выстанавливаем по центрику. И поджимаем. Одну сторону поджимаем. Смотрим. О, так. Ага. И теперь смотрим и вот эту сторону. О, и с этой стороны. Оп. Ай, хорошо получается. О, так, смотрим, люфт.
Видите, чуть-чуть люфтик хороший. Теперь крутится, как у нас колесо. Сейчас посмотрим, как этот. Вот он, сосочек. Так. Так. Ну ладно, поторможу и посмотрим. Вот видите, эта часть колеса перевешивает, доходит сюда. И вот назад, видите, и назад возвращается. Видите, вот, вот она, как бы колесо, видите, вращается, катается туда, сюда. Видите, вот, еще идет она сюда, чуть-чуть идет. Это значит, говорит о том, что колесо очень легко двигается на оське колеса. Колесо двигается на оське колеса. В общем, ну такая вот, как говорится, оговорка, или как это, масло масляное, да, а это колесо колеса. Значит, все нормально. Все крутится, все вертится, вот хорошо, люфтик отрегулированный. Значит, понятно, да? Все. Так, крутится, вертится, значит, теперь что еще? Теперь, значит, вот что. Это, как говорится, предварительная проверка, предварительная регулировка. После того, как немножко, ну, километр-два там проехать, это все тут установится, и тогда еще будет дополнительная, значит, подтяжка конусов, настраивать конуса, это все. Вот. Потом еще поедете, еще, потому что конуса, шарики новые, вот, конуса старые, оно притирается, все уравновешивается где-то. И поэтому надо будет еще пару раз делать регулировку конусов, регулировать люфт переднего колеса. Так что вот так вот сегодня мы установим. А я хочу всем пожелать крепкого здоровья, правильной сборки велосипедов, приятных прогулках на велосипедах. Удачи всем. До свидания.